В Алжире объявлен трехдневный траур. Страна скорбит по погибшим в крушении военно-транспортного самолета. Вероятной причиной катастрофы называют перегруз. Ил-76 был рассчитан на перевозку 225 пассажиров. На борту уже в момент трагедии находились почти 260 человек, военные и их родственники. Напомню, ЧП произошло накануне сразу после взлета лайнера с авиабазы. На высоте около 50 метров у самолета загорелось правое крыло. Экипаж попытался вернуться обратно на аэродром. Погибли 257 человек. Выжить удалось лишь двоим.